Все прожарилось, сочное. Возьмем огурчик с пупырышками. Отлично. Привет, друзья. С вами, как всегда, Алексей. Вчера мы с вами были в магазине, купили продукты. Купили мы куриные ножки. Так, давайте возьмем с вами вот такие ноги. Стоит она 4,65 килограмм. Возьмем две пачки, замаринуем и поджарим. Вчера я их замариновал. Сегодня я расскажу, как я мариновал их. И сегодня мы с вами их поджарим. Так что оставайтесь, будет интересно. Так, чтобы поджарить, нам нужен гриль. Мангал. У меня вот он такой. Жарить мы с вами будем на виноградной лозе. Вот старая виноградная лоза, подготовленная. Ей уже пару лет. У меня на канале есть видео, как мы его заготавливали ее. Так что, кому интересно, посмотрите. Сейчас берем лозу и разжигаем. Так, к сожалению, я не покажу вам, как я мариновал, но покажу и расскажу. Так, вот наши ножки. Обычно, когда жарим курицу, она бывает не прожаривается. И чтобы она прожарилась, нужно сделать такой небольшой трюк. Нужно ее как бы раскрыть, прорезать и просто раскрыть. И все. Скажу я, на чем мариновал. Здесь у нас соевый соус, чеснок, масло растительное, немного сахара тростникового и специи для курицы. И все, больше ничего нет. Так что разводим огонь и начинаем жарить. Жарить мы с вами будем на решетке. Решетку тоже обожгем, чтобы, ну, короче, чтобы все быстрее было. Хобана, хобана. Так, сейчас нам нужно разжечь наш мангал. Затапливаю мангал я обычно планшетками от куриных яиц. Они очень хорошо горят. И сейчас сами увидите. Хорошо разжигаем пару щепочек. И наши волшебные корешки. Мясо получается на виноградной лозе такое немного сладковатое, но вкусное, с этим дымком плодового растения. Все прогорит. Красота. Раньше, кстати, в старину даже дома топили на виноградной лозе. Материал очень плотный, много жара и угли долго не теряют температуру. А вы на чем, друзья, жарите шашлык? Жарите мясо? Можно сказать, грилите. На березе, на угле из березы. Пока нагревается. Вот у меня такая решетка обычная. Я ее немного обжигаю, потом споласкиваю водой. И все. Убиваем микробов. Процесс идет отлично. Ждем,
когда прекратится открытый огонь, тогда можно будет жарить. Которые не прогорели, я убрал в правую сторону. С левой стороны, в принципе, уже можно будет жарить. Пойдемте с вами подготовим наше мясо. Так, не сильно красиво, но как есть. Так, берем кусочки и раскладываем. Здесь у нас где-то 1,2 кило. В принципе, должны все влезть на один. За один заход, чтобы все поджарить. Попробуйте, очень вкусно, быстро и недорого, да? Дешевле даже, чем простое мясо получается, свинина. И мягкое, сочное. Бывает, надоедает мясо одно. Нужно разное есть. Так. Красота. Ну, вот, в принципе, наш маринад. Можно добавить еще куркумы за цвета. И будет желтенькое. Здесь, кстати, я тоже добавлял немного. Еще раз повторим. Соевый соус, сухой чеснок, масло растительное, сахар коричневый, тростниковый и приправа для курицы. Соль, перец, это уже по вкусу. Сначала намешайте маринад, попробуйте, а потом уже окорочкаем. Пару часов и замариновывается. Ну, у меня ночь лежали. Все, пойдемте. Можно, конечно, на шампура надеть. И делать, но на сетке, в принципе, быстрее, удобно. Так, я стараюсь всегда засекать время, буквально 15-20 минут, и все, и почаще переворачиваем. В принципе, если все хорошо, огонь как надо, то оно не горит. Сразу схватилось. Минут жарится. Немного у меня, конечно, огонь высоко, блин, а так, в принципе, хорошо все. Все, друзья, 15 минут, считаю, что достаточно. Сегодня хороший у нас жар. Достаем. Посмотрите, какая красота. Немного плохо, конечно, отдирается, но неважно. Попробуем. Все прожарилось. Сочное. 15 минут вполне достаточно. Очень шерстно. Вкусно. Всем, друзья, приятного аппетита. Спасибо. Так, друзья, тем временем много углей. Решил я еще поджарить сосиски. Ну, сосиски есть. Все одинаково жарят. Ничего мудрого нету. 5 минут и готово. На этой же решетке. Так, ну что, для вкуса возьмем огурчик с пупырышками. Красота. Еще немного, еще чуть-чуть. Отлично.
Всем, ребята, кто досмотрел до этого места, приятного аппетита. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Берегите себя и своих близких. Пока. До новых замечательных встреч.